Для мошенников пандемия – лишь способ наживиться на доверчивых людях. В некоторых регионах России массово рассылают по электронной почте и через мессенджеры фейковые сообщения о помощи. Неизвестные предлагают финансовую поддержку незащищенным слоям населения. Причем деньги якобы можно получить, не выходя из дома, на онлайн-портале. Но даже название «COVID-19» написано с ошибкой. В оперативном штабе по ситуации с коронавирусом уже подтвердили – это фейк.